Ранним утром 24 мая в Твери сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области при силовой поддержке отдела спецназначения «Гром» задержана 59-летняя жительница Твери, подозреваемая в серии мошенничеств. На момент визита силовиков, почуяв неладное, женщина спряталась в шкафу. Уходи! Уходи! Давай, давай. Давай, 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 давай. Встаем, встаем, встаем. Аккуратно, встаем. Встаем сюда к стенке. Давай, прятаться. Присаживайся, присаживайся. Давай, давай. Присядь. Так, фамилия, имя, отчество. Свою причастность к противоправным действиям отрицала как при задержании, так и спустя несколько часов уже в городском отделе полиции. Я не знаю сама, за что меня привезли. Не буду без адвоката отвечать. Вы Тверская сами? Тверская. Давно живете здесь? Давно. Работаете где? Работаю. Техничкой, в магазине. И вообще ничего не делали такого, за что вас могли задержать? Знаю. Не знаю, за что меня привезли. Не знаю. А говорят, что вы как-то людей обманывали. Это правда? Да ладно. Да ладно. А как людей сейчас можешь обмануть? Люди сейчас хитрые. Ну что вы, сколько мошенников? Ну не о чем надо, вы говорите? Да есть кто-то, может быть, но только не я. Извините, я не могу без адвоката отвечать ничего. А ведь именно эта женщина, по информации оперативников, несколько лет числится в федеральном розыске за мошенничество на территории Свердловской области. В том регионе задержанная обманула потерпевших на сумму, превышающую 1 000 000 рублей. На территории Тверского региона в полицию обратились двое. Их задержанная обманула почти на 600 тысяч. Схема одна – обещание снять порчу. Заговаривала преимущественно золотую ювелирку, которую забывала возвратить владельцу. Плюс вознаграждение за снятие порчи. В Твери женщина проживает по документам сестры на съемных квартирах. По информации уголовного розыска, вечером 24 мая женщина созналась в совершенных преступлениях. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Максимальное наказание предусмотрено до 6 лет лишения свободы. Ведется следствие. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто мог пострадать от противоправных действий задержанной. Позвоните по телефону 02. Ваша информация необходима следствию. Вечер 25 мая. Стадион «Луч» недалеко от Тверецкого моста. Через несколько минут здесь начнется футбольный матч между командами Управления службы судебных приставов и УФСИН. Организатором встречи выступили судебные приставы. Товарищеский матч – дань памяти историческому событию 1942 года. 31 мая 1942 года в Ленинграде прошел товарищеский матч между футбольной командой «Динамо» и футбольной командой «Механического завода» имени Сталина. Всем известно, да, что эти годы для ленинградцев были тяжелыми, потому что шла блокада. И для поддержки, да, и боевого духа, да, и вообще поддержать жителей Ленинграда было очень важным. И вот решили провести такой товарищеский матч. Соперники приставов в этом футбольном матче – давние соратники службы по многим спортивным и творческим начинаниям. В составе сборной команды УФСИН – лучшие футболисты различных исправительных учреждений области. Мы традиционно каждый год проводим среди учреждений своих турниры и, наверное, 2 года назад это традиционный турнир, посвященный памяти Александра Михайловича Савихина, который возглавлял наше управление очень много лет. И мы даже в память ему вот традиционно каждый год играем или между колониями своими, или среди силовых структур. В составе команды все сотрудники и непосредственно не только управление, но и учреждения? Да, так точно, потому что это сборная. Да, мы привлекаем самых лучших, и если таковые есть в области, едут из области на наш турнир. Первые товарищеские турниры по мини-футболу прошли 14 мая в Москве и Абакане, а завершатся спортивные мероприятия 31 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. Футбольная же битва на Верхневолжской земле закончилась со счетом 10-2 в пользу УФСИН. Но все равно победила дружба, ведь матч товарищеский.